Обвинительный акт в отношении арестованных на Украине россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева будет направлен в суд в течение недели. Прокуратура будет просить максимальное наказание для подозреваемых, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Мы планируем в ближайшую неделю, до 10 дней направить обвинительный акт в суд. После этого будет публичный суд. Процессуальный руководитель государственный обвинитель будет просить максимальную санкцию по всем статьям предъявленного подозрения, сказал Матиос на брифинге в среду.